Все понятно. А я вот не понял, Ваше Величество, ну не стоит так огорчаться. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Что у меня за жизнь? Это не жизнь. Это не жизнь, это какая-то злая шутка. Это какой-то нелепый фарс. Мой единственный сын, наследник престола, болен и обессилен помочь. Моя супруга оставила меня, а Селестина наверняка знала бы, что делать. Ваше Величество, ну не терзайте себя, не лучше ли заняться делами? Да, да, конечно, конечно, делами, да, да, делами. У Селестины было столько дел. А как она издавала указы? Кстати, об указах. С прошлого месяца накопилось множество неподписанных документов. Министры ждут распоряжений. А как она распоряжалась? Ну, Ваше Величество! Талона, у меня есть корона, но у меня нет решимости править.